согласитесь, что Новый год – замечательный семейный праздник. Вот сидишь за праздничным столом рядом с любимым человеком и понимаешь, что именно он и есть твое счастье. Ага, а потом с Новым годом – с новым счастьем. Ну, это, Женечка, как получится. А вот для наших авторов новое счастье – это всегда новая песня, которая становится популярной. Меня зовут Мацкевич Антонина Васильевна. На хлебозаводе работаю с тех пор, как пришла сюда молодым специалистом. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников хлебопекарной промышленности с Новым годом, пожелать всем крепкого здоровья и человеческих благ. Хотелось бы, чтобы для коллектива нашего хлебозавода в программе «Песня года» прозвучала песня Валерия Меладзе «Говорила ты». С Новым годом! Музыка и стихи Константина Меладзе. Эту песню написал мой брат Константин, как и все песни, которые я исполняю. Это талантливый, очень умный, очень скромный человек, который только и бывает, только попадает в камеру на заключительной песне года, тогда, когда вручают призы. И то он это делает для того, чтобы родители порадовались, увидев его. На сцене Валерий Меладзе. Берега не видно, ты говоришь, что тебе обидно. 8 часов продолжается наш разговор. К этим словам я неравнодушен, я чем могу, затыкаю уши. Все хорошо, не боюсь я уже ничего. Говорила, говорила ты, и сама себе не верила, что прошла любовь, как белый дым, что любви вовсе не было. В сердце моем теплится надежда, ты замолчишь, все пойдет как прежде, завтра тебе подарю я огромный букет. Ведь что наша жизнь, ломаная линия, или прости, или отпусти меня, но продолжать разговор этот сил больше нет. Говорила, говорила ты, и сама себе не верила, что прошла любовь, как белый дым, что любви вовсе не было. Сама себе не верила, что прошла любовь, как белый дым, что любви вовсе не было. Говорила, говорила ты, и сама себе не верила, что прошла любовь, как белый дым, что любви вовсе не было. Лауреат фестиваля песни 98 Константин Меладзе. Константин, что для вас награда диплом песни года? Для меня это большая честь, и я думаю, что это не последняя награда в моей жизни.